А разве вам не все равно? Нет? Окей. Эй, с вами Хачок Инк, и мы продолжаем проходить симулятор пандемии Plague Inc. И мы в прошлый раз выиграли за вирус и проиграли за грибок. Грибок очень долгий. Грибок очень медленно распространяется. Поэтому, что нам нужно? Дарвинист обязательно. Это повышает вероятность мутаций. Средний желательно. И название Hedgehog Inc. Все эти три составляющие нам дадут просто неоспоримое преимущество для победы. Начнем мы с нашего туманного Альбиона. Hedgehog Inc. распространилась на страну Англия. Да. Сделаем мы на максимум, потому что она... Так, одну секунду, он что, уже... Че, уже что-то получил, нет? Нет, ничего не получил. Разовьем в странах. Я сказал, мы разовьем в странах. Потом мы будем лекарства развивать. Симптомы мы будем откатывать только те, которые дают смертельность. Те, которые убивают. Да заебал. Все, я это понял, все. Все, теперь развиваем. 37 больных, 38. И сейчас они просто вот в геометрической прогрессии будут заражать друг друга. Грибок это, ну, хрень такая, не знаю. Я не встречался с ним на самом деле, собственно, как и с большинством других болезней. Я не знаю, как он должен работать, но... Нам же помогут. Гидровзрыв пластинов узаконен в Англии. Евросоюз примет новый федеральный гимн за выход из Евросоюза. Да, да, это все, кстати, как в настоящем 2016-м произошло. Великобритания ведь голосовала за выход. Так, тошнота мутировал. Что он нам дает? Симптомы, тошнота. Или. Давайте так попробуем сначала. У нас есть время, у нас есть целая серия, у нас есть целых 30 минут, ну, чуть меньше, 25 минут, чтобы все это пройти. Я думаю... Думаю, у нас получится. Думаю, с первого раза получится, да. Ай, Kickstopper собрал рекордную сумму. Журналисты спешат осветить новый рекорд сбора средств с помощью Kickstopper. Ожидается, что рекорд поддержится не менее 72 часов. Да, это прямо как в современном мире. Kickstarter. Турция пострадала от наводнения. Это первый признак того, что нужно развивать передачу по... Где? У нас же уже есть 1000 больных. 2000 больных. То есть они уже тысячами идут. Поэтому... Да, уже заражает тысячами. И, собственно, так, что у нас там с Англией? 30 тысяч. Потом у нас еще кто-то заразился, кто-то. Новая Гвинея заразилась. Это хорошо. Вот страны, у которых один путь, по которому они могут получить болезнь, это тот самый такие рискованные, допустим. Как я много раз говорил, это у нас Мадагаскар, это у нас Гренландия, одна из самых сложных для заражения стран. Болезнь, я заразил больше людей, это очень заразная болезнь. Это у нас Филиппины. Смотри! Так, сыпь мутировал. Сыпь, летальности нет, заразность есть. Хорошо, умение. Так, лекарства. Нам лекарства обязательно надо прокачивать. Плюс еще давайте страну какую-нибудь заразим новую. Заразим.
это у нас будет Китай. Шикарно. Китай и Китай... Разневич, Китай это Китай. Это все, это просто шикарно. Новая болезнь все распространяется. И сейчас главное все силы на лекарства. Или нет. Вот сейчас я не знаю, что мне делать. Мне либо на лекарства, либо на симптомы развивать. Чтоб он заразнее был. В богатых странах приняты новые директивы по здравоохранению, которые следуют их менее уязвимым для болезни. Это значит, нам нужно вот это, 31 очко ДНК. Угу. Тут довольно долго на грибке копятся очки ДНК, поэтому нам нужно вот просто с умом тратить их. А еще он довольно долго заражает другие страны. Ну, смотрите. Обычно в это время уже, типа, бум-бум-бум-бум, прям по всему миру такой бум, вспышка вируса там или какой-нибудь другой болезни. Но сейчас нет. Сейчас нет. Так, это значит у нас по воздуху. Ураган. 10. Да, вот так сделаем. Смотри, 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 как Китай полетел. Смотри. Так, понеслась. По миру. Мир-то заражается, а мир-то заражается. Кто? Меня даже не предупредили. Кто? Китай, Англия, Филиппины. Вы какого хера меня не предупредили? Слышь. Ну-ка, блядь, ты успокойся, мразь. Уже 1%. Охренеть. Так, сколько стран, сколько. Перу, Аргентина. Ебать, слишком много стран. Давайте тогда... Я даже не знаю, что делать. Это 15 очков, это 19 очков. Давайте на... Кто там преобладает-то? Холодные и жаркие, холодные преобладают. Ну, если в жарких... Да он все заражает. Блин, хреново на самом деле. Давайте холодные. Так, отлично, Канада заразилась, Африка заразилась. Диарея. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Летальность. Диарея. Пошел в жопу, нет. Нет, диарея нам не нужна. Пять очков. Ну-ка. Давайте-ка так. На всякий случай. Лекарства-то разрабатывают. Смотри-ка ты, лекарства-то разрабатывают, черт возьми. Но, ладно, хоть аэропорты пока не закрывают. Тьфу-тьфу-тьфу, я накаркал. Отлично, я накаркал. Сейчас стопудов какой-нибудь аэропорт закроет. Какие-нибудь Англия или Филиппины. А откуда мертвые-то? Так, смотрим, кто у нас не заразился. Ага, ясно. Давайте-ка мы сделаем вот так. И мы сделаем 11. Это новые страны. Это 13. 14. И это спор в атмосферу. Хорошо, допустим. Шикарно! Гренландия заразилась. Просто восхитительно. Так, 27 очков. Ну-ка в атмосферу. О, ты как, посмотри. О, это ты посмотри. Ты посмотри, Боливия и Колумбия остались. Ты посмотри, это просто... Это все. 10%. Это все. Ты посмотри!
Гренландия просто разом, просто вот разом вот так вот заразилась. Охренеть. Так, лихорадка. Это у нас летальность. А, симптомы лихорадка. Нет, откатим. И возьмем что-нибудь типа вот так. Тяжесть. Давайте тяжесть разовьем. Нет, это большая летальность. Ага, хорошо. Умение. Умение. Нам бы пересборка ДНК не помешала бы, но тут 32 очка. Следующий, короче, мы пересборку ДНК прокачаем. Так, Испания лидирует. Хорошо. Щелкайте пузыри. Все, понеслась. Ты посмотри, ты посмотри. Они просто давят меня. Ну-ка, пересоберем ДНК. 16. 2, 3. 3 всего лишь. Всего лишь 3. Так, комбо фонтанирующая рвота. Ну-ка. Ну-ка, летальности нет. Заразность большая. Хорошо. Так, в жарких странах он, конечно, не так сильно у нас. Ну-ка, ну-ка, мне хватит? Мне хватит даже? Нет, мне не хватит для жарких. Там нужно 27 очков. Ебать, как все дорого. На 25% готов. Слышь. Хреново. Очень хреново, ребят. Это очень хреново. Нужно качать симптомы. И начать уже убивать людей. Блин, нет, я, наверное, не успею опять. Она вообще, она просто несется. Она просто несется. Это разработка лекарств, я не знаю, что с ней делать. Это просто на 50% уже. Охренеть. Очки ДНК у меня не идут и не идут. Мне ведь даже не хватит на этот. На порог сердца, как он там рисовывается. Ой. На отказ органов мне даже не хватит. Это 34 очка ДНК, мне не хватит на них. Смотри, 75%, охренеть. Аллергия мутировала. Не, все, это проигрышный. Так, понятно. Нужно как-то заразить всех, чтобы... Нужно как-то заразить всех, чтобы нас не заметили с этой ебучей разработкой лекарств. Черт. А, не могу откатить. Не, мне вообще не хватит. Не, все, жопа. Это новую игру надо начинать. Понятно. Понятно. За 14 минут, и мы все просрали. Хорошо. Давайте заново. С кого начнем? Давайте с Саудовской Аравии. Или... Нет, с Гренландии я не буду начинать. Или с Китая. Нет, давайте с Саудовской Аравии. С центра. Куда? Тут есть и порты, и вообще все. Или с Египта. С Египта вообще начну. Ибо нехуй.
попробуем так, что ли? И тут 8 очков ДНК. Хорошо. Девять. Ну давай атмосферу. Думаем. Думаем, что же мне поможет. Так, что там было? Гигантский кит потопил рыболовное судно. Ясно. Ясно, гигантский кит. Так, сразу передачу. Давайте по... Ой, давайте по воде. Рискнем, так сказать. Чем? Может, наверное, вообще передачу здесь не качать? Типа, это грибок, он и так распространяется. Типа, это его суперспособность, супер распространение. Так, тошнота. Нахер симптомы подожди. Симптом подожди. Не мутируй. Че у нас там с Египтом? Ну... Допустим. Скоро почти все заразятся. Угу. Ну-ка, если мы... 9... Ладно, окей. Центр Европы заразили. Так, понеслось. Фестиваль любви. Это у нас, значит, там с поцелуями. Это, значит, по воздуху давайте тогда. Че ты кашляешь? А, я симптомы не качал. Хуль ты кашляешь мне тут? Ублюдище. Сука, Гренландию мне зарази. Мразина ты такая. Научный прорыв. Так, киста нахуй пошла. Подожди. Не мутируй. Да, откатать. Так, прокачайся. Ноль симптомов, значит, ноль подозрений. Никто не должен узнать о моей чертовой болезни. Так, квадратик такой. Это Египет такой квадратик. Так, хорошо. Выход из Евросоюза, а мы уже заразили десятую мира. Это много, это целый миллиард, это почти Китай. А, собственно, да, Китай. Китай мы заразили. Заразнее обычной простуды. Это хорошо. Это очень хорошо, что заразнее обычной простуды. Так, сука, сейчас пропадет. У нас остались. Так. Угу, хорошо. Давайте еще чутко подождем. Потом прокачаем еще раз в атмосферу, чтобы споры у нас сбросил. Ну, потом уже пойдем по симптомам. Сука, Мадагаскар меня зарази. А, нет, Мадагаскар заражен. Что у нас? Новая Гвинея. Гвинею мне. Зарази Норвегию. Гвинею. Так, сыпь. Сыпь мутировала. Нет, я сказал. Подожди.
Подожди со своими ебучими симптомами, мы потом по ним ударим. Сначала заразим. И вообще про лекарства не забываем. 35, блин, это много на самом деле. 34. Так вот. Ох. Хуль ты мне тут пикаешь? Никто не умер еще. Пикает он мне тут. Ублюдок. Нет. Так, 32, я думаю, пора. 14, 15, блядь, они дорогие. Так, Гренландия заражена. Что-то еще заражено. Отправляется после урагана. Хорошо, хорошо. Новая Гвинея, блядь, Гвинею меня зарази, сука. Кто? Кто остался? Перу, Карибы. Ясно. Ясно, можно, короче, начать. Снизу начнем, да? Нет, сверху. Развить. Развить. Затем пойдем здесь. Пусть распространяется. Мне же лучше. Пневмония. Так, пневмония. Ладно, пусть. Блять, Казахстан. Сука, Казахстан, блять. Хуй ты работаешь над лекарством-то? Казахстан ебучий. Блять, 16 очков. Ну, ёб твою мать. Ну, это ж пиздец. Так, ладно, пусть мутирует. Теперь оставим. Пусть он мутирует. Остальные страны он заразит. Это вот просто вопрос небольшого времени. Ты чё, охренел? 5%? Какие 5%? Какие, мать твою, 5%? Ты, блядь... Япония, Франция... Самые продвинутые страны. Япония, Франция, Германия. Охуенно. Просто охуенно. Ну, работайте, работайте. США лидируют. Ой, сейчас все понесется. Мы опять, наверное, просрём сейчас. Так, нахуй эту передачу. Ну-ка, развить. И отказ органов, это 32. Ясно. Да все уже. Ах ты ж, сучка, Карибы. Карибы, ёб твою мать. Сука, Карибы. Охуеть. Карибы, блядь. А туда и никто и не полетит. Потому что Карибы нахуй никому не нужны. Пусть будет, пусть будет. Да я борюсь, у меня денег на это нет. ДНК. Пиздец какой-то. Да пусть помирают. Мне не жалко. 32 очка. Мне либо на то, либо на это, блядь. Охуеть. Мы опять просрали. Я уверен, мы опять просрали. Охуеть. Я продолжаю играть. Ну ладно, у меня есть маленькая надежда, что мы все-таки вытащим. Что мы все... Нет, мы ни хера не вытащим. Да пусть мутирует, мне насрать на это. Ай, разработка лекарства. Че, на Карибы-то никто не летит? Мрази, летите на Карибы. Там круто, там отдыхать можно. Там красиво, там море. Там пляж, песочек. Да купаться можете. Стой, я тебе не разрешал. И Гренландии еще 8 больных. Пфф, охуеть. Охуеть. Какие 100?
Это пиздец, это все. Мы просрали. Нет, я добью ее. Ай, ладно, я добью ее в следующем выпуске. Хорошо, я пересмотрю свою тактику. Возможно, нужно сделать упор на... Да хуй узнает, что нужно делать. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем подписывайтесь на меня в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. И всем удачи, всем пока. Сука, за сколько? За 1000 дней, блин, просрали. За 1000 дней, сука, просрали. Охуеть.